Крушельницкой, 7. 18-этажный панельный дом 2003 года постройки. В подъезде установлен домофон и работает консьерж. Вокруг дома есть большая зеленая зона с аллеей и местом для отдыха. Во дворе дома есть детская, а также спортивные площадки. Возле дома находится небольшой магазин и автомойка. Также возле дома есть огражденная автопарковка. Дом в хорошем состоянии.